Сьерра-Леоне завершился трехдневный общенациональный карантин. Его объявили в минувшую пятницу. Всех, за исключением медиков и сотрудников служб безопасности, просили не покидать свои дома. За это время медработники обнаружили еще 92 тела, умерших от вируса Эбола. Кроме того, зафиксировано 60 новых случаев заражения. Из Сьерра-Леоне эвакуировали испанского священника с признаками лихорадки. 60-летний падре стал вторым испанцем, подхватившим вирус. По последним данным, число жертв Эболы достигло более 2600 человек.